Побежали, побежали, мы устали, мы пилисали, пилисали, фух, я прошел. Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Телькоплей, я Наташа. Мы с вами продолжаем перепроходить Hello Neighbor. Перед тем, как начать играть, конечно, уже во вторую часть Hello Neighbor, мы с вами остановились на том, то, что добыли несколько ключей. Мы сходили с вами в парочку комнат. Итого у нас есть золотой ключ и есть белый ключ. Я не помню, если честно, куда их применять, но сейчас будем с вами разбираться. А вы пока что можете поставить лайк на это видео, подписаться и подписаться на телеграм-канал Телькоплей, в котором все активные новости по каналу и не только. Так что, ребята, смелее в бой. А мы с вами давайте войдем внутрь. Конечно же, окошко у нас закрыто, но мы разобьем его доской. Не надо! Не надо! Пойдемте отключим с вами электричество, потому что оно меня бесит. Ну, в плане не то электричество, о котором вы подумали. Вода здесь еще не протекла, конечно же. Пойдемте. Надо выключить камеры. А у меня есть, кстати, зонтик? Все. Сейчас на зонтике сделаем все дела. Аккуратненько. А вот тут, по-моему, белая дверь, да? Или нет? Я не помню просто, как туда попасть. Сейчас будем с вами вспоминать. Значит, смотри. Нам с вами... Он открыт у меня? Открыт. Вот сюда. Да не сюда! Не сюда мне надо было! Не сюда! Не надо было сюда. Да зачем ты сюда-то? Мне надо было туда-то. Сюда-то не надо было. О, началось. Ребята, в колхозе утро началось. Что я хочу тебе сказать? Все как всегда. Полетели. Тихонько. Я залетаю. Отлично, залетела. Залетела, это не дело. Давайте. Ну-ка. И раз. Нет! Ключом. Отлично. Где ключ? Где теперь ключ? Ребята, Натаха просрала ключ. А где ключ-то, алё? Эй, пацан! Вот он лежит, мой золотой ключ. Отдайте мой золотой ключ. Это мой золотой ключ. Он мне нужен. И зонтик тоже нужен. Отлично. Я выключила электричество. Теперь... Ай! Зачем ты помидорами кидаешься, слышь ты, пес? Не кидайся помидоркой, а то можно получить по лицу. И по яйцу тоже, между прочим. Смотрите, напоминаю то, что в прошлой серии мы с вами остановили вот этот вентилептор, выключили вот эту херню, и нам надо понять, куда ведет остальной провод. Там-то мы выключили. А куда вот ведет остальной провод? Сейчас надо посмотреть с вами, потому что если мы не посмотрим, то я не знаю, куда. Нам нужно разморозить его. О! 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 О, смотрите-ка, у меня есть ключ-карта. Эй, ну отодвинься. Смотри. А я открыла дверь. О! А мы золотой ключ с вами применяли? Давайте пусть пока стоит открытый. Но если я уже применяла... Подождите, а куда же применяется золотой ключ? Вот здесь я что-то не сделала. А я не помню, что здесь делать, если честно. Ой-ой-ой. Это не я. Это не я, и ложь не моя. Я не виновата. Но я, кстати, не помню, чтобы я где-то видела ключ. Золотой куда применять? Быть может, я где-то что-то делаю неправильно. А это вполне вероятно, что я где-то что-то обосралась. Ой-ой-ой-ой, там сосед. Сосед, не надо. Я разбилась. Идиотина. Еще выкинула ключ. Вот он мой ключ, спасибо. Спасибо, добрый ключик. Ладно, а почему камеры опять включены? Я такой скандал сейчас учу. Почему включены камеры? Алло, это что за при... Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо, побежим. А все, все. А закрыто. Да не кидай в меня свои тухлые помидоры. Слышь, ты псина сутула, не надо. Помидорки свои держите при себе. Ты посмотри, скотина, он опять включил свою сраную. Да выйди ты. Он опять включил свою сраную камеру.
Ну-ка, дай-ка посмотрю. Ну вот это же херня тут, не просто так. Не просто так она тут что-то делает. А я просто не помню, как это работает. Но этот провод, он... Ой, тихо, не надо меня сбивать. Он ведет вон туда, видишь? И я немножечко сломалась, если честно. Ладно, пацаны, полетели. Я летаю, я влетела сюда. Давайте зонтик закрыли и кинули. Да почему? Спасибо. Я кинула два ключа. Света нету. Забираем мой второй ключ. Главное сейчас не умереть. А подождите, может быть это ключ от машины? Например, например... Да подожди ты! Чё ты меня там увидел? Иди отсюда, пипиську мне свою показывать. Ну-ка. Нет? Не открывается. Нет, я могу сейчас просто зайти в дом. Давайте я просто зайду в дом. Может быть наверх залезем? Давайте с вами залезем наверх. Так чисто посмотрим вообще, что я могу сделать. Бежим, бежим. Не надо кидать в меня помидорки свои. Слышь, братан, какие помидоры? Ну ты вообще о чем? Не надо, я не люблю помидоры, они не очень. Открой дверь, спасибо. Бежим, бежим, бежим. Нас не догонят. Та-та-ра-та-ра, па-па-па-па. Поднимаемся наверх, у меня два ключа. Два ключа у меня. Опа, 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 о-а, о-а. А что ты мне сделаешь? А ничего ты мне не сделаешь, пес. И раз. И вот сюда наверх поднялись. Давайте оценивать обстановку. И сектор автомобиль на барабане. Двойной прыжок, давай. И раз, вот. Блин, тут так темно. Блин, да поднимешь ты меня. А, опа. А что там? А я смогу попасть на тот столб? Я, наверное, смогу, если... А, может быть, золотой ключ это от чего-то вот из этого? Подожди, а тут есть замок? Мне чисто интересно. А замка-то тут нету. А как туда попасть? Дай посмотрю. А вот сюда мы с вами попадали? По-моему, мы туда с вами не попадали. Давайте-ка туда с вами попадем. А ну-ка. Не надо, спокойно. Я сейчас опущусь. Я хочу, знаете, что сделать? Я хочу взять одну вот такую хероту, чтобы мы могли ее, если что, кинуть. Сейчас проверим мою маленькую теорию. А, видишь как? А, так вот, смотри. Это что за... Прикол, тихо-тихо, меня сейчас собьет. Не надо, не надо, не сбивай. Сосед, иди в сраку. Не надо, не надо, не надо. Угомонитесь, подождите. Я не люблю, когда здесь закат и ночь. Очень темно. А почему я не приземлилась? Объясните, пожалуйста. Я же так хорошо это самое летела сейчас. Что за бред? Почему я сквозь трубу-то пролетела? Она же металлическая труба. Все дела. Вот. А что? Ребят, страшно. Давай, давай, давай. Оп. Ага. Поднимаемся, видал? Я открыла дырдочку, в которой мы еще с вами не были. Хочется в эту дырдочку залезть. А может быть, там будет что-то потаенное, что... Не перелети, что мы с вами еще не видели. А как же мне туда залететь? А, ну я знаю, как мне туда залететь. Все, изи-пизи, смотри. Раз, два, двойной прыжок. И раз, два. И раз, два. И раз, два. Блин, как прекрасно, что у нас есть двойной прыжок. А теперь смотри. Мы на вот этой херне...
Он открыт, да? Полетели. И... Опа! Happy birthday to you! И чё? И нахера я здесь? Понял, принял. Просто так, да? Mm-hmm. А я так старалась. Я думала, тут есть какой-то сакральный смысл. Я-то думала, что... Нет! Зонтик! Ха-ха! Вернись, глупый! Нет! Я просрала зонтик, ребята! Как теперь без зонтика жить? Ёшкин матрёшкин, это же зонтик! Я еще знаю, что вот тут вот есть проход. Надо туда залезть сейчас, мы вот так сделаем по томатам. И раз, два. Вот, смотри. Видишь? Давай, давай, давай. Ага. Давай, 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 давай. Протискивайся. Протискивайся. Наташа! Жирная какаша. Ну? Давай, да давай. Ну, я же почти... Ну, мам! А как мне теперь отсюда выбраться? О-о-о. Ребят, у нас проблемы. Сосед, помоги, я застряла. Как это быть? Как это? Как это? А как это? Алло, помогите, пожалуйста, бедному старичку, я застрял. Я застрял. Не надо суваться было туда, куда ты не можешь пролезть. Блин, ну я вроде бы тут проходил. Не такой толстый. Ладно, придется, видимо, загрузить. Тогда с вами на автосейв пойдем. А что поделать? Ладно, камеры выключены или включены? Камеры, кстати, выключены. Смотрите, ну я могу в теории пролезть, но я хочу найти вот это место, куда я могла что-то там применить. Ну-ка, дай посмотрю. А ну-ка, пути меня. Да путь... Пути? Да пути? А, ага. Белый ключ нам не нужен. Не нужен белый ключ. По одной простой причине. То, что мы им уже открывали. Надо найти золотую дверь. Найдем золотую дверь. И откроем ее. Подождите, а откуда же тогда вот эта вот красная лестница идет? Ой, ой-ой-ой. Тихо, спокойно. Ха-ха. Ха-ха! Соседская булдочка. Что ты мне сделаешь? Ладно, мне надо залезть наверх. Нет, в теории я, конечно, могу уже полезть, куда мне надо, но я не хочу. Вот здесь нужен синий ключ. А что там? А-а-а. Значит, синий ключ мне... Кто там? Дома никого нет. Вам показалось, этого не было и никогда не будет. Здесь что у нас? Ага. Я просто пытаюсь вспомнить немножко, потому что здесь такая большая локация, что я немножечко забываю. Ну, вот это мы можем открыть, но нам это не нужно, если честно. Сосед! А ты уже... Да ёб твою собачья ты сущность! Я сейчас психану... Все, короче, я психую. Все, я прошла. Хватит это терпеть. Мы с вами в подвале, ребят. А, что у нас тут в подвале? Темно и страшно. Входим. Ну, а сколько можно это терпеть? Кукусики. Я вошел. Я в домике. Темно. А есть, может быть, какой-нибудь фонарик? Это что? Это выключает у нас свет. А-а-а, понял. Лучше свет не выключать пока. Эта дверь закрыта. А есть какой-нибудь фонарик? Пожалуйста. Я же ничего не вижу. Я слышу, как только ток токает. Ой. Тут какие-то страшные вещи происходят. Ой. Козякуля. Тут, по-моему, надо пройти так, чтобы тебя не заметили.
Но проблема в том, что у меня нету фонарика, и я так или иначе ничего не вижу, а тут мне что-то даже свечку не дают взять в руки. Давай, может, свечку возьмем. Куда идти-то? А если я сделаю вот так, и потом вот так, смотри. Ага, понял. Я думала, может быть, она по той же механике возьмет, поднимется, и все. Ну, у-у. У-у. Ладно. Вот эту штуку надо как-то пройти здесь. Нет, оно меня съело опять. Ой, надо было брать с собой фонарик. Без фонарика вообще беда какая-то. Блин, по-моему, надо как-то просто эту херню пройти и все. Может быть, кинуть какой-то предмет? А, он не кидается. Давайте подождем, пока она... Да в смысле? Не спешим. Побежали, побежали, мы устали, мы пилисали. Пилисали, фух, я прошел. Откроем себе вот этот проход нахер, потому что если его не будет, то будет очень скверно. Кирпич. Угу. А я могу что-то кинуть в сторону кирпича? Ой, нихера себе, я разбил своим лбом. Мой лоб был крепок, а воля непоколебима. Ку-ку. Как дела? Там кто-то шепчет. Подождите, пацаны. Я ничего не вижу. А что здесь? А почему они шепчут? Они как-то шепчут подозрительно. Давайте попробуем в эту зеленую дверь. А, я не смогу войти в зеленую дверь. Потому что я даже не смогу пролезть в зеленую дверь. А как же мне к ней тогда попасть? Нет. Может быть, надо идти в ту сторону, где вот этот хер прошел? Нет, тут тупик. Видишь, оно ушло. Ну вот эта дверь, это откуда? Но она же явно не отсюда. А как же... Ага! Стульчик нужен. Ну-ка! Стульчик, иди сюда. Пойдем, стульчик. Будем играть в перепрыжки. Давай, ты сюда. Я вот так, потом вот так. А потом вот так, раз, два. Хопа, двойной прыжок решает. Все, опа. Не надо меня, ты че, я тебя оттолкнул. Совсем офонарел, сосед. Я умею отталкиваться. О, лабиринт. О, лабиринт. Надо быстрее бежать из него. Желательно не заблудиться в этом сраном лабиринте. Дверь в конце туннеля! Я вижу свет! Опа, ребенок. Очередное воспоминание. Да я снова застрял. Я снова застрял. Акт финал. Очка. Я застрял здесь, да? Да, смотри-ка. Это ребенок. Это его сын или кто-то из этой категории. Возьму его вещи. Что-то, наверное... Что ты смотришь сюда, а? Смотри, это я, да, посмотрите на меня. Надо закинуть мяч в бейсбольную корзинку. Чего ты орешь? Ты чего это? Ты чего? Ты чё, с ума сошел, что ли? Мама! Какая истеричка! Ты видал? Офигел. Ну-ка. Да давай. И. Капец. Можно я выкину эту гитару? Она слишком много места занимает. Он прям так крикнул, что я испугалась. Зачем так кричать? Истеричка. А дальше? А я не смогу дальше залезть. Мустина! А куда идти-то? Может быть, сюда?
Может, правда сюда? Ну-ка. Ага. Кнопка. Я запустила вагончик. Ту-ту. Вагончик, который смог. Это хорошо. Могу взять коробки. Сосед. Хорош беситься. Мне надо наверх. Мне надо найти зонтик. Пойдемте дальше. Блин, ну сосед какой-то конченый. Если... Тихо, тихо, не надо. Не хватай. У него там дом наверху. Мне, видимо, надо попасть в его дом. А если я не хочу? А через сколько дом приедет? Через сколько приедет вагонетка? Или ее надо заново довозить сюда? Я не хочу тебе. Может быть, на вот этой штуке? Только не бей меня, окей? Не, она не работает. Надо поджечь фитилек. Вагонетка упала! Блин, Наташка! Ты такая долбанашка, если честно. Смотри, мы сейчас подожжем фитилек, и у нас будет время. Добежать, судя по всему. И чё? Так, а вагонетка-то упала? Там он еще какая-то кнопка есть. А может быть, просто пойдем по железной дороге и все? Там, видишь, что-то закоротило. Давайте зайдем, посмотрим. Что-то я не подумала. А я не помню, что тут такое было, понимаешь? Я так давно играла в эту часть. Ну-ка, что тут у нас? Херово. Ладно. Пойдемте по ЖД путям. Эта же вагонетка должна была куда-то приехать. Может быть, в конце там то, что я ищу. Но мне по-любому нужно найти с вами зонтик. Потому что без зонтика я не смогу. Да давай, поднимайся. Ну ладно, пойдемте. А я туда вообще допрыгну или не допрыгну? В принципе, у меня двойной прыжок. Ха! Допрыгнула! И что тут у нас? И чего тут у нас? Может быть, поесть тортик, свечку? Свечкой надо поджечь! Я же не упаду? Профессионально. Ну-ка, смотри. Да подожди. И что теперь? Ой! Не повезло тебе. Опустись. Ой, кажется, его глухануло. Он на меня падает! Гигантский сосед падает. Ты падаешь или нет? Падай! Давай, голова болит! Спина болит! Падай! Ну, чего ты? А чё он не прыгает? Братан! Ну мы же договорились! Ой, только не дави меня! Да, постойте, а что я делаю не так? Туда наверх, говорит. Но я туда наверх-то не запрыгну. У меня нету зонтика. Слушайте, ну очевидно, с этой платформы надо как-то прыгнуть. Но как? Может быть, в вагонетке зонтик лежит? Может быть, я не обратила внимания? Давайте посмотрим. Может быть, в него что-нибудь кинуть? Да нету тут ничего. Где-то меня обманули. Понимаешь? Где-то меня жестко нагнули. Оказывается, у меня есть суперсила. И... Есть! Я что-то включила. Пойдемте с вами по проводу. А я тут башни строю. Я включила тостер. Я так понимаю, что по аналогии с предыдущими уровнями, которые у нас были, мне нужно будет прыгнуть в тостер, да? Так уж и быть. Давайте прыгнем в тостер. Ну ты чё неуправляемый-то такой? Давай, я тобой управляю. Я здесь мамочка. Отлично. Вот сюда. По антенке. И в тостер, да? И раз, два. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда дальше?
Зонта-то у меня нету. А где мне взять зонт? Если без зонта эта система не работает. Может быть, он где-то там лежит? По пути наверх, может, я не заметила. Но я не вижу, чтобы он где-то тут валялся. Тут не было, там не было. Значит, он где-то по пути. Я увидела выключатель. Только я не знаю, как мне к нему попасть. Мне надо в него, видимо, кидануть что-то. Он был на той вот верхней платформе. Я думаю, будет очень сложно в него попасть. Надеюсь, я смогу это сделать. И раз, два... Ага. Блин, сейчас будет куча нервов, я тебе отвечаю, я не хочу нервничать. Вот туда нам надо, значит, вот этот крайний тостер и прям на самый верх. Попала, нет? Попала или нет? Не попала, наверное. Оказавшись в тостере, аккуратненько вот так вот подлетаем ближе к этой платформе, чтобы оказаться на ней. Теперь, что мы делаем? Мы делаем переключение. Оп, все! Ну, наконец-то, ё-моё! Вот что надо было сделать. А я что, помню, что ли, что там надо делать? Поднимаемся на самый сраный верх. Ха-ха-ха. Сломалась система, наконец-то. Я так долго здесь вообще бегаю, не представлять. Я устала, меня аж прям бесит. Видите, у меня аж пукан подгорелась и стала жирная. Ну и чё? Ку-ку. И что у нас здесь? Здравствуйте, приехали. Впустите. Ой! Зонтики! Я умею летать, тать, тать, я умею летать. Я думаю, что нам надо, смотри, приземлиться вот сюда, скинуть шарик и куда-то там выстрелить. Скорее всего, это так работает. Да, в соседа, смотри. И оп, я лечу медленно, най-най. На-на-на, главное успеть схватить зонтик. Видишь, я молодец, я успела хотя бы зонтик схватить. Я прям ниндзя, я гуру. Я гура, нервный гура, правда. Давай, все. Аккуратно. Опа, все, можно убирать. Берем мячик. А как его, просто затолкать туда? Ладно, толкаем. Оп. Есть, да? Все, пушка. А, я в него выстрелила. И теперь, я так понимаю, нужно долететь до самого дома? Или что мне нужно сделать? Ну, очевидно, надо на зонтике лететь. Поэтому давайте лететь на зонтике. Блин, ну так стонет, меня аж это напрягает. Чего ты стонаешь? Берет, стонает. Зонтиков теперь столько много. Завались! А раньше нельзя было? Итак, и... Полетели! Я умею летать! Я улетаю! Я не могу без тебя! Я лечу к тебе, тете! Стой на коленках, дурак! Теперь зонтом я долечу! Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту! Аккуратно, птица летит в гнездо! Ти-ти-ти-ти-ти! Наклонись, наклонись, наклонись! Спасибо! Фух, я это сделала. Я это сделал. О май гад. Пропавший, да? Или что? Это он печатает какие-то штуки. Это про своих детей он, да, печатает. Ой, это какой-то лабиринт, да, у вас? Судя по всему. Мне не нравится тут. А что тут у нас? Это сосед расклеивает объявление, типа, пропавший ребенок. И плачет. За ним какая-то тень наблюдает. Что бы это значило? Я даже не знаю. Возможно, это что-то значит, но мы этого не узнаем. Посмотрели и хватит. Это маленький я или это маленький сосед? Я прятаться не могу. Ладно, все выше и выше. Ой! Мяу, да, ты спиди-гонщик, это точно.
Может быть, туда надо попасть? Братан! Ты куда? Ты куда пошел? Ты куда? Ты куда? Ой. Это что-то не очень хорошее. Пищит, как девчонка. А может быть, он что-то мне откроет, какой-нибудь проход? А, мне вот сюда. Ё-моё, какая страшная штука. Надо, наверное, чтобы она меня не заметила, да? Чего? Чего? Ты куда пощемил? Стой! Стой! И чё это за херня? Ты чё, дурак, что ли? Стой! Куда ты побежал? Стой! Иди отсюда, додик! Давай! Убегай! Беги, глупец! Беги, глупец! К окнам только не подходи! К окнам не подходи! Да ёб твою... Да ёб! Подожди, стой! Не трогай его, где? Ну ты чё, не мог меня подождать, что ли? Давай, 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 давай. Давай, давай. Оп. Вот сюда. Оп. Где он? Малой! Чеши сюда! Чеши сюда! Где ты там, маленькая пиписька? Садись. Отлично. Побежали. Ё-моё. Посмотрите на эту сраную игру. Ну и как я... Подожди, малой, стой! Не добегай туда, это последний удар! Стой! Меня подожди! Ё-моё, вы посмотрите, как игра забаговалась. Что это такое? Все, я выиграла, наконец-то. Это такой бред, оно такое лагучее. Что это вообще такое за безобразие? Все, ты проиграл. Я вижу выход. Зеленая дверь. Добби свободен. Ребята, мы пришли в Hello Neighbor. Ух. Вот это счастье просто. Цветочки прям вот это все. Я проснулся. Так и знала, что не надо было вчера бухать перед сном. Зачем бухал? Вот к чему все это привело. А не надо было. Дом, конечно, конченый. Полуразрушенный. Такой, привет, я вернулся. А за ним кто-то сидит и наблюдает. Нет? Или что нам хотят сказать? Ой. Коробочки. А в коробке грязные трусишки. Нет? А что ты сумку оставил открытой? А если трусы кто-то украдет, то что? Ну, вот такая вот игра, чё. Прошли ее второй раз, под конец было сложно из-за того, что я не понимала, что делать. Были какие-то постоянные баги, но вы видели. Но теперь у нас с вами Hide and Seek, еще там что-то, и потом уже пойдем с вами на Hello Neighbor Alpha. Попробуем ее пройти и что-то там прикольное с вами наделать, поэтому обязательно подписывайтесь на каналчик, поддерживайте лайком и скоро увидимся. Пока!